up. В древности одним из способов выражения мыслей человека считалось рисование на стенах, вырезание на камне, дереве и прочем. Некоторые рисунки дожили до наших дней. По их содержанию ученые многое узнали о прошлых поколениях. Вы никогда не задумывались над тем, что означают такие таинственные письмена, к примеру, как на вот этом дереве? Ну, я сама никогда таким не занималась, поэтому не могу понять логику людей, тех, кто это пишет. Давайте спросим мнение случайного прохожего об этом. Алло, Дима, ты где? Ну как, мы уже вообще-то пишемся. Здравствуйте, молодой человек, извините. Добрый день. Да. Скажите, а вы когда-нибудь рисовали на партах, стенах или вообще на чем-то там? О, вам повезло, я как бы студент и, знаете, могу рассказать полно-полно об этом. Ну хорошо, давайте присядем и нам поподробнее об этом расскажем. Думаешь, зачем они это делают? Зачем они это делают? Ну, кто-то совершенствует свой талант, а кто-то просто отвлекается от скучных лекций. Тут много причин, и в принципе, кто-то просто шпаргалку пишет, а кому-то там, знаете, как дорисую вагон другой или еще чего-то там. Ну, куча всего. Вот у меня друг, к примеру, он вообще художник по натуре, но любит преподов рисовать в таких комических позах. Ну, в общем, да. Что же все-таки это значит для студентов, портомазов или наскальников, как вам угодно? Как приходится расплачиваться вузу за их художество, мы узнаем, побывав в самом национальном из университетов города Кировограда. Что ж, посмотрим, что нам расскажет 108-я аудитория жизни студентов. Лохи. Ну это дежурно, да. Это мы видим на любой парте, в любой школе или универе. Даже я так делала. Нет, я так не делала. Может быть. Надюша Хрюша. Ну, где, видимо, свое понятие, как нужно давать клички девушкам. Раньше там были Шахерезада, Сюзанна. Покровительница мужских сердец. Ну, у кировоградцев все просто. Хрюша. Путин. Не, ну мы не будем объяснять, что такое Путин и кто он такой. Это сейчас довольно популярное выражение. Я бы даже сказала лозунг для украинской молодежи. Хотя, кто знает, нормально это или нет. Кто-то тут за футбол у нас болеет. Ну и Шахтер чемпион. Да, ничего не умею, они не придумали, кроме как на парте это написать. Блин, жалко, что мы приехали, а парты уже помыли, потому что тут очень много всего интересного на самом деле было. Несмотря на то, что парта первая, близко к преподавателю. Вот, они все разрисованы, я не знаю. Посмотрим. Так как по закону Архимеда, чем дальше парта, тем больше она засрана. Хочу обратить ваше внимание на неубиваемые, просто неистребляемые надписи на спинках лавочек. Здесь их вырезают линейками, вдалбливают какими-то шнягами. Здесь должны быть какие-то жвачки. Да, это вообще. Пошли. Здесь был я, одна из самых популярных надписей. Health Life. Черный квадрат, а нарисован прямоугольник. Чувак, крут. Вообще. Саня. Ну, приятно познакомиться, Саня. Мы на самом деле в школе на партах устраивали целые онлайн-чаты. Там писали 9Б, дебилы,
а потом мы отвечали: нет, короче, мы не дебилы, вы дебилы. Это происходило строками. Потом на нас орали учителя. Мы движемся даже не по партам, а по стене. Что интересно, парты отмыли, стену не тронули. Наркоман через А. Бы писал, блин, грамотнее. Капец. Танюха проститутка. Наверное, чтобы знали, к кому обращаться. Тут еще номер телефона не хватает. Ну, или фамилию, по крайней мере. Не, неужели студенты КИСМа занялись самобичеванием? От этого я от них точно не ожидала. На этой же, не знаю, картинной галерее, блин, есть открытая розетка. Меня предупредили, чтобы ее не задеть, иначе ударит током. И какой-то человек решил, так скажем, что ли, предупредить своих собратьев по вузу и написал «Обережно». Буквой «А» в начале. Получается ли у вас ловить нарушителей? В принципе, получается, конечно, потому что перед каждой парой я захожу и завожу сюда старосту, либо замстаросты, и мы проверяем столы, и точно так же я поступаю после пары. Если где-то кто-то писал на столе, соответственно, вычисляется все очень быстро. А в конце семестра я вручаю нарушителям банку краски, валик, и они закатывают эти столы новой краской. Вот, все очень просто. Студентов я предупреждаю следующим образом. Если вижу, захожу сюда и вижу, что какой-то студент сидит на столе, я просто начинаю рассказывать сказочку, которая называется «Кошкин дом». Если помните, там кошка пригласила себе на новоселье таких персонажей, как петуха, курицу, свинью, козла и козу. И рассказывала им следующую притчу. Вот это стул, на нем сидят, это стол, за ним едят, в данном случае за ним занимаются, а не сидят. И если человек понимает это сходу, значит, я просто прошу в следующий раз, чтобы не сидели на столах. Если человек не понимает, я повторяю еще раз сказочку, потом на третий раз уже говорю для некоторых, кто не понимает совсем, вот туда уже перехожу к более решительным действиям. Вот почему наши химзаводы никогда не закроются, а экономика наша будет крепнуть и процветать. Ну или какая-то ее часть, по крайней мере. Мы наблюдаем просто нашествие истребителей парт. Это бесконечная война, которая длится между техничками и студентами университета. Но согласитесь, ведь это же классика. Мы рисовали на партах, наши предки рисовали на партах, и наши дети тоже будут рисовать на этих же партах. Но это было самым веселым занятием во время уроков или пар. Это мы уже ничем не сможем заменить.